Точонка. Точонка, точоночка. Так. Так. Сосолито. Сосолито, Борис. Так. Так. Журнал. Да пофигу, мы там разберемся. Просто полетели на тачанку. Тачанка где у нас? А, нам тоже там разберемся. Так, Балор. Так. Мне, кстати, надо палладий подобывать. Злато. Запасы богатые. Богатые запасы. Платина. Поехали, да. Немножко подобываем. Иридий, палладий. Видел? Сразу два пика. Хорошо. Хорошо. Лавина. Запасы богатые. Запасы крупные. Почему у меня так много нулевого элемента? Вообще, куда нулевой элемент тратится? Либо в какой-нибудь магазин зайти, нулевой элемент потратить. Так, здесь. Палладий. Тут же был только что. Во. Запасы скудные. Высосал просто по полной программе. Запасы исчерпаны. Вот так вот. Прикиньте. Просто обобрал рай. Планету досуха. Так. Топливный склад, ретранслятор. Так, покупка топлива. Покупка зондов. Так. Что у нас здесь? Балор. Богатый Балор. Ой, это хорошо такое. Будет обидно, если... Если жлоб придет и все всосет. Сразу видно, капиталист взял планету и испортил. А что мне еще тут, подожди. Платину не добывать теперь? Почему? По причине контрабас? Вообще, как бы, ты не шаришь, смотри. Это ресурсы всего мироздания. Element Zero is used for BioAmp and Omni-Tool upgrades, which allow squad members who have biotic and tech powers to be much more effective. Так, мне нужны... О, видел. Ну, пока что медленно идет на бэдэндинг. Какой бэдэндинг? Что ты мне очко втираешь? Все у нас будет хорошо. Мы делаем все сайд-миссии с товарищей. Это будет гудэндинг. А ты очко. Нормально, мы тут скудные. Пора уже валить из этой нулевого куча. Помню нулевой элемент, это мусор. Ладно, я его просто заберу, просто поскольку я жадный. Так, Калистон. Последний, ладно, вот эту
Цернун. Умеренные. Умеренные запасы. Чё ж у тебя умеренные запасы-то? Чё живём-то так? Бедно. Опа, кто это? Это Гачибас 335? Спасибо большое за сапку, бро. Да все у нас будет хорошо. Хороший эндинг выйдем. Подожди, Гуду Тамка, ты ж, по-моему, прям сегодня... Ты ж прям сегодня подписывалась, разве нет? Или там что-то другое было? Там был просто анекдот? Так, скудные. Ладно, все скудные, не будем говнить. Валим. Да, опять я. Спасибо, спасибо еще раз. И обнимашки. Так, все, запитываемся. Боже, храни. Так, применить. Так, тачанка. Тачанка. Кроганская ДМЗ. Так, ну-ка, что это такое? Драник! Ой ты, там белорусы живут. Саша, ты что? Это в тебе имперскость говорит. Ты не можешь так шутить. Фу-фу-фу, фу-фу-фу. Асу. Асу. Так, все. Валим. Так, тучанка. Ура! Выход на орбиту. Приземление. Мордин. И Грюнт. Просто лучшая команда. Так, деформирующие патроны. Здоровье, броне. Ну, блин, хорошо, ладно, давайте, наверное, есть крио-патроны. А что у нас в ульте лучшие, например, улучшенные крио-патроны? Честно говоря, я как-то, блин, что-то начинаю сомневаться, что это хорошая идея для всей пати, вот эти патроны. Мне кажется, что лучше брать на самого себя. Ладно, давайте деформирующие пока что. Деформирующие пока юзнем и пойдем дальше вот в них. Так, Грюнт. Сам развеселись. Мордин. Сам веселись. Поехали. Лучшие билки качай на тебе. Нафига тебе еще один вид патронов? Так у меня так-то... Одни против шилдов, другие против барьеров и всего говна. А абилки, честно говоря, как-то... Да нахрена? Это против мехов. Против мехов у меня есть дезинтегрирующие патроны. Воспламенение — это просто каст. Я на дамаг, я дамага с руки наваливаю. Это вся херня. Может быть, вот тут вот взломы ей стоит взять. Посмотрим, может быть, я скину скиллы Шепарду, потому что мне пока кажется, что фигня какая-то. Так, все, валим. Так, подожди, что за фигня? Чего меня бесишь? Валим. Так, у Грюнта все, плазменный дробовик гетов, тяжелая винтовка мотыга, штурмовая, наверное, штурмовая коллекционеров пак тебе лучше взять, Мордину, палач и С9, да, все нормально. Крупнокалиберный деформирующий для себя сделал, да, я тоже так подумал.
Тучанка. Ей, родная планета Кроганов. Так, у меня чайник вскипел, пойду себе на Баху борды 5 в одном и поехали. Сасыч, ты что такое, пришел стримить? Что такое? Бесишь? Так. Кредитов 270 кусков. Надо зайти. О, как раз таки в тачанке сейчас мы купим что-нибудь. Вербовщик кровавой стаи. Кровавая стая, говно, пошел вон. Да. Watch it, human. Кроганы такие злобные. Я не сдам оружие, пошел нахер. Сразу. Мы вас всех порешаем нахер, сразу говорю. У меня тут есть ультра-кроган. The clan leader wants to speak with you. Keep your running pet on a short leash. Get him the right soon or put him down. Держите своего пылкого питомца на коротком поводке, устроите ему поскорее обряд посвящения или усмирите его. Обряд. Do you know what's wrong with him? What he needs? There's nothing wrong with him. Just go speak to the clan leader. Че? Я нихера не понял, вы идиоты. Так, че тут по карте? О, вот товары Рэтча. Шаман, трон Урднот. Пленом Соларианца. Talk to Scout then, or Chief. Either one acceptable. Also, I have been unable to access local medical records. I suggest... Were you around when the female camps of the children over last week? No. I was off dealing with a Baron attempt. What? Any promise of warriors? Так. Урц говорить. You don't want it. Рэтч, дай товары. My name is Рэтч. Have a look at what I've got. Вы не ненавидите чужаков? Everyone I talk to hates that aliens are an Urdnot. Except you. I don't have the luxury of turning away paying customers. I do enough business off-world to know that you aliens have more credits than people here do. Капитализм снова побеждает. Сжигает мосты. Точнее, наоборот, строит. Позволяет не сжигать мосты вот так вот. He's not joking. Ринкал hits aliens like ground glass. Otherwise, I've got weapons, scrap, and whatever food those podjocks don't steal. О, отлично. Давайте накупим говна. Take a look at my kiosk over there if you want to buy something. Я могу помочь вам с пожаками. I'm a good shot. Maybe I can help out with the podjocks. Feel free. You can use the console out there to control the guns. Make a dent in the podjock population. О, за скидку. Пойдемте за скидку пожаков постреляем. Где пожаки? Слышь? Тир за пожаков. Пошел нахер. Давай. Убить за рыча, груда пища. Стреляйте в пожаков. Пробел, чтобы выстрелить. Это гениальная игра. Легчайшая и приятнейшая скидка ever. Волна завершена. А, мне еще надо? Понял.
Блин, это перестало быть легко. Это место опасное, надо у него держать. Они убегают только по одному? Нет, не только по одному. Короче, из ближних нор. Да, надо вот этого главное ловить. А сколько мне надо? 18? Ёпарс это. Чё за фигня? Можно мне, пожалуйста, побыстрее это сделать? Так, сразу держим. Надо еще. Возможно, да, можно два в одном убивать. Подождем. Они так-то все бегут, в принципе, в одно и то же место, поэтому даже... Да, поэтому даже, в принципе, пофигу. Можно их... А. Задание рычи выполнено. А дальше что, просто для удовольствия? Тучанка поговорит с Грюнтом. This is the great Krogan homeworld. This is the land of Kredok, Shiogar, and Vial. This chunk of rock is barely worth standing on. Да, братан. Never thought I'd miss the tank. Да, братан, есть такое. Урса, с Урсом можно поговорить. Погладить Варена. Good, Варен. Ставить Варена в покой. Так, Рэч. Так, мне понравилось. Так что злость есть на ком сорвать. Что вы продаете? Да подожди, нет. Это надо. Да, киоск. Да, киоск. Товары Рэча. Так, мясо пыжака. Свежее. Кредит... Необходимо кредиты 0. Да, конечно, берем мясо пыжака. Маска смерти. 10 к умению вести переговоры. Крупнокалиберный пистолет М5 фаланга. У меня М6, это считается лучше? Так, ну здесь кредит, это что-то. Как вообще понять, как, где сравнивать вообще вещи? Вот я куплю сейчас крупнокалиберный пистолет М5 фаланга. Нахрена, если у меня есть М6 хищник мой? Подожди, здесь написано модифицированная версия крупнокалиберного пистолета хищник. Хм. Сравнивать, инмаксер просто кайфует от анимаций. 6К стоит. Бери, есть такое, да. Усиление счетов мусор. Слушай, ну у меня кредитов на самом деле жопа и жуй, давайте возьмем их просто так. Маска смерти мне тоже не понадобится, но... Просто высосал киоск. Так, хорошо. Пошли дальше. Дверь открыть. Так, а мы... Это мы не туда идем. Мы хотим... К шаману можно забежать? Или сначала пойдем? Новости галактики. Шаман. Ну-ка, расскажи. На тот.
female clans doesn't have to listen to aliens. I've had enough of you. Ладно, где вождь? Кто из вас самый крутой? Охранник платформы. Halt. You must wait till the clan leader summons you. He is in talks. You know what tradition demands. Clan Erdnot must respond. Your reforms will not go unopposed. You risk appearing weak at a critical time. Shepard. О, это же. Excuse me. Я даже сразу-то не обратил внимания. Shepard, my friend. You look well for dead, Shepard. Should have known the void couldn't hold you. Давно это было. Helping me destroy Saren and the Geth has worked out for you. Glad we didn't have to kill each other. Я что-то как-то даже не понял сначала, что это Рекс. You made the rise of Erdnot possible. Vermeier was a turning point for the Krogan. Though not everyone was happy about it. Destroying Saren's genophage cure freed us from his manipulation. Смотри, кого я с собой принес. Plans to unify under Erdnot. You abandoned many traditions to get your way. Dangerous. Нате! Big one spoken to, Uvenk. I'll drag your clan to glory whether it likes it or not. Now, Shepard, what brings you here? How's the Normandy? Destroyed in a collector surprise attack. I ended up spaced. Well, you look good. Ah, the benefits of a redundant nervous system. Yeah, humans don't have that. Oh, it must have been painful then. But you're standing here, and you've got a strong new ship. Takes me back to the old days. Us against the unknown, killing it with big guns. Good times. Расскажи о своем деле. Так, Соларианец, кровавая стая. I'm looking for a Solarian. He was captured by the Blood Pack and brought here. My scout commander can direct you. He's probably near the perimeter running target practice. Ага, хорошо. Don't take too much of his time. I need a constant watch on the other clans. Расскажи о своем деле. Sounds like you've got big changes ahead for the Krogan. We are making a neutral ground where all clans are welcome. Fertile females can be shared among clans. We will strengthen the race as a whole. You threaten everything that makes us strong. It will not last. Maybe. Until then, you're lucky to be a part of it. Так, как ты удерживаешь власть? How do you maintain security with so many different clans in one place? Any clan willing to send in hostages can come in. No fighting inside the camp. Each clan punishes its own criminals. We stop conflicts before anyone dies. Then we present a simple choice. Pay a fine and deal with your problems, or your clan is no longer welcome. Слушай, братан, ты... Это федерация! That doesn't sound very harsh by Krogan standards. Allies from other clans like what I'm doing. They help deal with skeptics. Я Рекс. Many are eager for an outlet. Скоро демократию построят. I declared a clan unwelcome. My allies have destroyed them. Word gets around. Так. I hope that works well for your people. But back to the reason I'm here. We don't often allow aliens to do business on Tijunga, but you're an exception. Понятно. Что не так с Грюнтом, братан? I have a Krogan on my crew. He has some kind of sickness and needs treatment. Where are you from, whelp? Was your clan destroyed before you could learn what is expected of you? I have no clan. I was tank bred by Warlord O'Kir. My line distilled from Kredok, Moro, Shiager. You recite warlords, but you are the offspring of a syringe. I am pure Krogan. You should be in awe. O'Kir is a very old name. A very hated name. He is dead. Of course. You're with Shepard. How could he be alive? I need Grunt back up to speed. What's wrong with him? There's nothing wrong with him. He's becoming a full adult. Ah,
puberty ritual, common among species with hormone-driven reproductive urges. I don't care what aliens call it. Krogan undergo the rite of passage. Too far, Rex. Your clan may rule, but this thing is not Krogan. Idiot. So, Grunt, do you wish to stand with Erdnot? Так, а что? Что для этого нужно? What does the rite of passage require? Not for me to say, Shepard. The shaman will discuss that. Ему решать. This is his choice. It is in my blood. It is what I am for. Good boy. Speak with the shaman. He's over on the second level. Give him a good show and he'll set you on the path. You too, Shepard. How many times have you stepped in a mess for your crew, hmm? Так, Соларен из Кровавой Стали, расскажи о своем деле. Sounds like you've got big changes ahead for the Да, что у тебя тут за дела? Making a neutral ground where all clans can share resources. Да подожди, это мы видели. It's a new day for the Krogan. We shall rise again. Вы делитесь своими женщинами? Ну это понятное дело, коммунизм так-то. Женой кормят толпу. Но это нужно для того, чтобы, наверное. What did the women of Clan Erdnot think about this plan? It was our female clan leader's idea. The neutral area is safe, and it encourages more female clans to ally with us. Attacks on Erdnot now endanger the females of all clans. Even clans that want to see me dead will defend Clan Erdnot. Ну, так а делишки как? Sounds ambitious. How's it gone so far? Better than I'd feared. Worse than I'd hoped. I've got a few clans, but too many are turning their backs on us entirely. Поговорим потом. Ну, в общем, Рекса было приятно увидеть. We'll go over this another time. Watch yourself, Shepard. Tuchanka isn't safe and homey like Pharos and Ilos. Ну, Саша, это чтобы дети не пёхали со своими матерями. Ты хотел сказать, чтобы дети не насиловали своих матерей. Так, шаман. You go beyond yourself, Gatatagu Vank. The rights of Erdnot are dominant. How do we know it will challenge him? He's unnatural. The beasts of the right could ignore him like a lump of plastic. They know blood no matter the womb. Your barking does not help your case. I'll speak for myself. This is the tank bread. It is very lifelike. Smells correct as well. Your protests ring hollow, Uvank. Erdnot Rex has given us permission to seek clan status for Grunt. Permission? That is good enough, if lacking in spirit. If this must stand on ritual, then I invoke a denial. My clan stands against him. He has no one. My patience is tested, but Uvank invokes correctly. Grunt, who is your clan? Your allies willing to kill and die on your behalf. Тогда это мы. How is a candidate tested if he brings backup on his rite of passage? Not every Krogan can be the strongest warrior, but each must inspire his peers to battle at his side. Понятно, то есть это могут быть Кроган лидер. If the ones who know you best can find nothing worthy in you, you should wander the wastes and die alone before you weaken. Блин, я хочу быть Кроганом, мне так нравятся их порядки. Все разумно, это же Спарта. Он часть моей команды. We stand with Grunt. As shipmates and comrades. Shipmates are not the same thing. But I grant you aliens your simple interpretation. Aliens don't know strength. My followers are true Krogan. Everything about Grunt is a lie. На тебе в кабинет. You. Grunt is human. He understands. This will be decided. Минус визор, кстати. Reason enough for me to like you. They're your problem now.
Так. Да поехали просто. Let's do this. Так, да, в смысле, Морден, Грюнд. Это прям мой отряд. Да все, в смысле, отвали. Так, все, просто отвалите. Даже ничего не спросил про испытания. Да нахера, сейчас мы просто будем меситься. This is T'Chanka's most recent scar. The last surface city to fall in the rebellions. The Keystone was at the heart. It has survived wars and the passage of centuries. It endures. Keystone. Черт. Кроген. К сожалению, тут будет не файтинг. Не такой тупой, как я рассчитывал. Черт. If you wish to join Clan Erdnot, you must contemplate the Keystone and its trials. Придется понять, как ключ-камень. No matter the situation. Any true Krogan will. Так, пройдите обряд. First the Krogan conquered T'Chanka and mastered a natural world only we are fit to hold. Так, палочка, колбочка, две палочки. Еще погоди, я пока не ready. Труп орнота поиск. О, нормальная аптечка. А-а-а, твоя голова. Так, давайте лутать все подряд. Давай, спрыгивай. Так. Так. Так, вороны. Ладно, пойдемте дальше. Так, что у нас тут? Еще 500 кредитов. Ничего нет, пошли сюда. Here they come. I'm ready. I'll put them down. Ну, кстати, надо. Фактики. I'll put them down. Давай, брат, гаси его. Так, я думаю, что... О, труп Орнота. Вижу. Так. Используйте камень-ключ для продолжения обряда. Конечно, сейчас. Another round, Shepard. Tag the keystone. Камень ключ включить. Это камень ключ? Угу.
что за говнина? И как мне это... А, Кликсон. Не знаю, что это, но выглядит плохо. Это что за фигня? Хорошо. Кликсоны ваншотуются точно так же. Так, вот ППГ приехала. Это она просто Кликсона спавнит. Дроп Кликсона. Вообще, на самом деле, какая-нибудь взрывная пуля мне бы не помешала. Кликсоны пока отходят, им просто жопа. Давай, братуха, разваливай. Не дошли до вас. Давайте. Говнити. Надо было, конечно, ставить жестче режим сложности, чем ветеран, потому что здесь никакого челленджа, они все откисают просто как собаки. Ну или я просто собрал имбу Галимова. И если бы играл чем-нибудь другим, было бы проще. Давайте что-нибудь, кстати, реально, давайте. Пробуем вот этим говном, чтобы пострелять. О, боже, насколько оно не наносит! Приятно, приятно. Так, рассказывай, что это здесь. О, это, кстати, пистолет. Сложность можно сменить в любое время, насколько я знаю. Ну давайте так, если сейчас обсервер скажет... Типа гос меним. Давайте сменим. Я за. А я потом смогу какой-нибудь типа пистолет классный, мастерство пистолета где-нибудь нарыть, чтобы вообще разваливать оппонента на раз-два. Типа макикерское какое-нибудь. Его в чате вообще нет. А он в записи будет смотреть, значит. Я буду уже со сервером. Так, ключ камень. На самом деле, как бы в любом случае, моя снайпа это самая. Эй, я же нажал, братка, ты чего? Попробуем немного пистолет сменить, он тоже хороша. У меня сейчас пока нет. Где? Где? Так, братка, а что это такое? Молотильщик. Хорошо, понял вас. Пас вибл, можно стрелять? Нормально. Так, это плохо. Вниз. Так, как мы будем его убивать? Он еще и дот вешает. Скорее всего, здесь, да? Понял тебя. Я с такого расстояния его наношу что-то? Так. Это что за херня? Собак свалил. Ай. Зачем все за это говно? Так, 6-5-5-5-5-5 восстанавливаем. Прячемся за колонны. Ты жирный. Пошел вон. Угу. Нормально умирает. Еще у тебя нет задачи его завалить, лол. Ничего не знаю. This bitch is going down.
Здесь? Да я промахнулся, серьезно? Саша, мать твою, как ты это сделал? Так, где мой опыт, где мой лутецкий? В смысле, я урднот или не урднот? Конечно, урднот. Надеюсь, меня не штрафуют за то, что я их молотильщика убил. And to brought down the Thresher Maw. No one has done that in generations. Erdnot Rex was the last. My Krant gave me strength beyond my genes. А мы теперь... Damn good. Теперь я буду Erdnot Shepherd? I wonder. You say you are pure. No alien meddling in your construction. Just the Warlord of Kier. Он настоящий Кроган. The best Krogan traits are distilled into Grunt. He's designed to be perfect. Being designed is the problem, but not to me by aliens. And he is truly powerful. That is a tolerable loophole. A what? A reason to accept you. You are a mistake, but your potential could tip the current balance of the clans. You spit on my father's name, on Shepherd's name, but now you stop ranting because I am strong. Да, это классика. Тебе нужен как трофей. You talk like he's a thing. You're after his power. You don't really want him in your clan. Братан, ты сам решаешь, что ты хочешь. Чел, клан Гататок в говне. Он хочет использовать Грюнта для того, чтобы стать главным. Да. Поэтому Грюнт ты сам... Грюнт сам выберет, но я бы послал тебя нахер. I'm pure Krogan. Uvik, you were the pretender. Your head is valuable, whether you're alive or dead. Just try to take it. Разбежались. They've seen us. Thought I was better than you. Так себе в плохом месте. Саша! Да, надо... Так, а что у меня? Где у меня пули? Где мои пули, мать? Почему мои пули... Так, семерка есть? Да, все нормально. Тихо-тихо-тихо-тихо, давай присосемся. Подожди, я по братишке бахнул? Как, у тебя барьер там? Да, и хер ты с ним. На тебе. Все, он лежит, давайте. Ты его реально put him down. Домой. Изи. У Кроганах основная отличительная черта это не рожица, а их текстурка. У Рекса, например, шрам, у этого камешки. Этот зелененький. Earning the honor of clan and name. Many survive, but it has been years since a Thresher Maw fell. Your names shall live in glory. Молочильщика убили! You are Крепость, не тупость! We now own property. Join the army. Теперь можно обладать собственностью. You're a battle master. Shepherd is my battle master. He has no match. Understood. Congratulations, Erdnot Grunt. Accept this token from Fortak. His weapons are the finest we have. Так,
История Тучанки, традиции Кроганов, ваше имя. Да, кстати, а почему? What were you called before you became shaman? I gave up my name when I became the shaman. I am a conduit for the rage and bloodlust of my people. It would be wrong to retain my old identity. My life belongs to the clan. Ладно, пока. May your foes be strong enough to keep you sharp. This looks хороший. Открытое умение грунта. Подковление увеличит прочность брони. Это какой смешной. Урон дробовика всем. Я бы, кстати, такой... А я могу, кстати же, получается, дробовик еще себе взять? Было бы здорово, у меня был снайпа на long range, а дробовик на close range. А то с пистолетом, на самом деле, днище, мягко говоря. Так, 937, оп. Щищ. Не можешь, ты взял снайперку. А все, я больше не буду вот таких штук получать. Не, ну если нет, то нет, мне пофигу. Я снайперка, у меня тоже хорошо. Станция Клуб Арена, просмотр боя. Подожди, что такое? На кого? Да я могу бы. Белый или красный? Красный значит сильный, конечно же. Поставим здесь 50 на красного. Ладно, ну в принципе ставки всегда были. Step, командир разведчиков говорит: так, братан, ты мне должен. Красный быстрый, алё, зеленый сильный. Ты можешь урцу дать мясо и ставить на него, он за тобой будет бегать. Так, ты же у нас. Рекс told me to be polite. He didn't say you were going to talk to me. Помоги мне найти Соларианца, брат. I'm looking for a Solarian. The blood pack captured him and he was last seen around here. I heard about that Solarian. Poor bastard. With this blood pack, then Clan Werelock has him. Sent one of my scouts to check it out, but he never reported back. Guess they got him too. Chief told me to give you one of the trucks. Just follow the highway to Werelock's base if you've got the quads to deal with him in the blood pack. Легко. Воспользуюсь грузовиком. Даже базарить не будем. Кроган, это тупо мясо. Пошел, поехал, отдал им трындюлей. Так, Мордина берем и, само собой, Грюнта. Так, отмена. Сейчас, подожди, пожалуйста. Внешний вид. Какой нам внешний вид нравится? Смотрите, оранжевый с черным вообще очень пойдет моему костюму. Так, у меня 4 патра деформирующие, докачиваем. Грант, у тебя что? А, ты... Подожди, у тебя есть зажигательные, ты тоже можешь на пати зажигательные бахать? Слушай, братуха, может быть тогда ну его нахер этого... Ладно. Может быть, ну его нахер тогда моего союзничка. Джейкоба. Джейкоб днище же. Слушай, а давай-ка я покоплю тобой и возьму зажигательные потом тебе. Или, может быть, я не буду бегать за зажигательными. Буду просто деформирующими и дезинтегрирующими бегать. Нахера мне зажигательные? Вот так вот, по чесноку. Зачем тебе зажигательные? Все челы, у которых нету ни брони, ни барьера, есть только их красный пул, слабое говно, легко убиваемое. Но зато кучу... А не... Подожди, но может быть просто куча красных там, где ты которых можешь поспамить и каждому из них тот повесить. Ладно, хорошо, давай. Мне нравится тот факт, что можно сделать. Так, ты автораспределение. На тебя чихать. Так, все. Грюнта, у тебя что-то есть? Плазменный дробовик. Назад, да. Шепард, что у тебя? Я хотел ручную пушку фалангу попробовать. Да.
Слабо пробивающее. Ты точное смертоносное табельное оружие. Вот это хотел. Излучатель частиц коллекционеров я хотел заменить на дуговой излучатель по итогу. Винтовка вдова. Да, здесь просто имба голимая. Все, поехали. Дот ничего не дает, а раньше убиваешь. Если не убивают, то дот дотикает. Зажигательные еще против брони хороши. Против брони у меня уже есть. В этом суть, понимаешь? Блин, мы такие стилевые. Он черный с оранжевым, а черный с желтым. Нам еще нужен в пати кто-нибудь черный с красным там или черный. Так, тут можно оружие поменять. Поехали! Ну чё, мудьё? Сейчас будем откисать. А, подожди, сначала... Сначала не будем. Сначала мы поговорим с ними и такие, типа. Я Кроган! Понял. Вот против этих чуваков зажигательные бы зашли. Вау, они взрываются после смерти. Подожди, мне показалось, или там я видел? Это что такое? Ты кто, мать твою? Вы кто? Подожди, вы же эти траллы, да? Это эти, типа, которые рабы. Они хреновые такие челы с характером отвратительным. Боец кровавой стаи. Nothing can hurt me. Подождите, а здесь только вот эти челы? Ворки, да, ворки. Я думал, ну главное же у них, да, да, вот они, урноты бегут. Ну не урноты, а... Shooting, прости, братка, я не видел, что там переползаешь. Заморозил, красава. Крио тоже топ. Давайте переползаем, полезли. Too late. Now you're dead. То-то-то-то-то-то-то-то. Очищенный риди, шикардос. 600 иридия просто на халяву. Так. Это что за херня? Ушел он. Чего ждешь? Не успел. Как-то меня... Это они по братишке просто стреляли, попали по мне? Кроган пожелтел. Все зарегенил. А когда он желтый, это означает, что ему шилды пробили? Или... Так, здесь что? Коллектор, утилизация. Отдать коллектор. Найдите кого-то в лагере урнот, кому пригодится коллектор. Да там единственный... Там только один единственный Кроган, который не идиот. Это продавец. Так, колба, цешка, троечка, цешка. Троечка. Двоечка.
Угу. Вот если бы Сашуля так в Хант играл. То в смысле, я как... Не, подожди, я играю так же в Хант, как говно. Это очень плохая стрельба, ты чё, гонишь? На самом деле, интересный аспект, вы... Вот, подожди. В Ханте... В Хант лучше не играть вместе с другими шутанами. Ligatures showing restraint at wrists and ankles. Track marks for repeated injection sites. Test subject. Victim of experimentation. Можем опознать. I don't suppose there's a way to tell who this poor bastard was. No tattoos or ID. Maybe slave or prisoner. Maybe merc or pirate. Irrelevant now. Clearly part of Krogan tests to cure genophage. Humans useful as test subjects. Genetically diverse. Enables exploration of treatment modalities. Но нельзя использовать людей. Почему не варены? Wouldn't something native to Tachanka work better? Varen, maybe? Yes, human experiments strictly high-level concept testing. Native Tachanka fauna likely used later in development stages. Wise to delay use of Varen until necessary. Powerful bite. Значит, их... В... Да! Но Кроганы тупые. А твой доктор... которого они захватили. Не тупой. Ты можешь сложить 1+1? What can you tell about their experiments from looking at the body? Position of tumors suggests deliberate mutation of adrenal pineal glands, modifying hormone levels, counterattack on glands hit by genophage. Clever. Так, умно, какой кошмар. Do you think they're close to curing the genophage? Can't say. Need more data. Conceptually sound, though. Genophage alters hormone levels. Could repair damage with hormonal counterattack. Ладно, мы это остановим. Now we've got two reasons to shut this place down. Focus on Malin. Too late to help the dead. Угу. Я думаю, нам придется его придушить. I am the speaker for Clan Werelock Offworlders. You have shed our blood. By rights, you should be dead already. But Werelock Gold, the Chief of Chiefs, has ordered that you be given leave to flee and spread the message of our coming. Krogan don't generally let people go. What does Clan Werelock have planned? If you walk away now, you can tell your children that you saw Clan Werelock before our blood pact conquered the stars. You think the Erdnot impressive? They are pitiful! Werelock Gold will destroy them! The Salarian will cure the genophage, and Clan Werelock will spread across the galaxy in a sea of blood! Appears they discovered Malin's work. Unfortunate. Так. It doesn't have to happen like this. I can understand wanting to cure the genophage. No, human, you understand nothing! You have not seen the piles of children that never lived. The Krogan were wronged. We will make it right, and then we will have our revenge! Братан, давай добазаримся. Я понимаю твою боль, и... но мы так просто отсюда не уйдем. Half the galaxy sees the Krogan as victims. If you start a war, you'll lose their support. We have the blood pact. And we have the Salarian. When our clan numbers in the millions, we will not need. У вас не будет миллионов, а на следующей неделе откиснете. When we cure the genophage, Werelock Gold will rule all Krogan. The Krogan rebellions will become the Krogan Empire. Нет, я не буду его убивать. The surviving races will frighten their children with tales of what the Blood Pact did to the Turians. The Asari will scream as their citadel plunges into the sun. We will keep Salarians as slaves. And eat their eggs as a delicacy. If you lack the wisdom to flee, then you will be the first of billions to be crushed beneath our might. For Werelock Gold, attack! We've been spotted. But you can do that. We've been spotted. Krogan! Attack or I'll kill you myself. Я дал тебе все мыслимое и немыслимое время, братан. Дальше ты сам по себе.
Обидно на самом деле, потому что как бы эмоции его более чем понятны. Почти. Очищенный рыбы. Почти добазарились. Я старался. Мне непонятны его эмоции. Ты же уходил. Конечно, ты не можешь понять. Так, у него по итогу, я вот не могу только понять, у него по итогу типа как раба держат, или он все-таки понял, что сам хочет им помогать. Вряд ли, скорее всего, как раба. Просмотр файлов. Active console may contain useful data. One moment. Genetic sequences. Hormone mutagens still steady. Protein chains, live tissue, clone tissue. Very thorough. Standard treatment vectors. Avoiding scorched earth immunosuppressants to alter hormone levels. Good. Hate to see that. Так. Гордость Мордена его работой. Most people wouldn't be so casual about developing a sterility plague, Morden. Not developing, modifying. Much more difficult. Working within confines of existing genophage. 100 times the complexity. Errors unacceptable. Could cause total sterility. Malignant tumors. Could even reduce effectiveness. Worse than doing nothing. Had to keep Krogan population stable. 1 in 1,000. Perfect target, optimal growth. Like gardening. Ты бессердечный убийца. Pretty it up however you like. You're talking about murdering millions. No, murdered no one. Altered fertility, prevented fetal development of nervous system. Have killed many, Shepard. Many methods. Gunfire, knives, drugs, tech attacks. Once with farming equipment, but not with medicine. Но здесь мы знали, что он... Так, ну я все про эту историю знаю. Типа, что значит? How can you agree with using the genophage, Morden? Look at what happened to T'Chanka as a result. State of T'Chanka not due to genophage. Nuclear winter caused by Krogan before Salarians made first contact. Krogan choices. Refuse truce during Krogan rebellions. Expand after Rachni wars. Splinter after genophage. Genophage medical, not nuclear. No craters from virus. Damage caused by Krogan, not Salarians, not me. We're not gonna find Malin staring at consoles. Come on. Грустно осознавать, что на нашем уровне развитие точка. На нашем уровне развития некоторые челы тоже могут прийти к подобным выводам. Dead Krogan, female. Tumors indicate experimentation. No restraint marks. Volunteer. Sterile, werelock female, willing to risk procedures. Hoped for cure. Pointless. Pointless waste of life. Да, братан, прикинь. Это тревожит тебя? I didn't expect you to be disturbed by the sight of a dead Krogan. What? Why? Because of genophage work? Irrelevant. No. Causative. Never experimented on live Krogan. Never killed with medicine. Her death, not my work. Only reaction to it. Goal was to stabilize population. Never wanted this. Can see it logically. But still unnecessary. Foolish. Waste of life. Hate to see it. Так. I didn't think you'd had much direct contact with things like this. Did you come to T'Chanka after dropping your plague? Yearly recon missions. Water, tissue samples. Ensure no mistakes. Superiors offered to carry it on. Refused. Need to see it in person. Need to look. Need to see.
accept it as necessary. See small picture. Remind myself why I run a clinic on Omega. Rest, young mother. Find your gods. Find someplace better. Mm-hmm. I didn't expect spirituality from you, Morden. Genophage Modification Project altered millions of lives, then saw results. Ego, humility, juxtaposition, frailty of life, size of universe. Explored religions after work completed. Different races. No answers. Many questions. Да, реально, чел мучается по итогу. Sounds like you were trying to deal with your guilty conscience. The doctor who killed millions. Modified Genophage Project, great in scope. Scientifically brilliant. But ethically difficult. Krogan reaction visceral. Tragic. Not guilty, but responsible. Trained as doctor, genophage affects fertility, doesn't kill, still caused this. Hard to see big picture behind pile of corpses. Ты про биолаборатории на границе и противославянский вирус? Ну, я как имперец знаю, потому что Украина не выпустит противославянский вирус, потому что мы один народ. Ладно. Эй, ладно, шучу. Эй, ладно. Это ужасно. Нет, я не про них. Ай, господи, это ужас. Просто какое время мы живем. Can you really just rationalize it all away? How do you justify it? Wheel of life. Popular Solarian concept. Similar to human Hinduism in focus on reincarnation. Appealing to see life as endless. Fix mistakes in next life. Learn, adapt, improve. Refuse to believe life ends here. Too wasteful. Have more to offer. Mistakes to fix cannot end here. Could do so much more. Генофаг, братан, был ошибкой. If you need this much soul searching to get over it, maybe the genophage was wrong. Had to be done. Brachni wars, Krogan rebellions, all pointed to Krogan aggression. So many simulations, effects of Krogan population increase, all pointed to war, extinction, genophage or genocide. Save galaxy from Krogan. Save Krogan from galaxy. Вы могли бы их вылечить впоследствии. You could have cured the genophage instead. Brought hope to the Krogan. They'd have rejoiced. Assumes human reaction. Krogan stimulus response different. Harsh environment. Take chance to fight. Flee. Would have caused chaos on T'Chanka. Victor would have war economy. Bloodthirsty army. Galactic expansion only logical outcome. More war. Mm. Genophage saved lives. War would have ended. Это чушь, братан. Look at the dead woman, Morden. It doesn't look like you saved her. No. It doesn't. Worked with available data. Only option. No other possible. Doesn't matter. Так. Так, три оранжевых, белая. Белая, синяя. Где? Три оранжевых, белая. This should come in handy. Да, начнем с того, что ученые это ученые, а люди, которые отдают приказы, это люди, которые отдают приказы. Хотя для них, судя по всему, это... Да, жесткая история. Больной Кроган. You killed the Blood Pack guards. Not Blood Pack, not member of Clan Werelock. Wrong clan markings. I'm a nerd, not scout. Werelock guards got me. Brought me here. Chief Scout told us to watch for you. We've taken out the guards. Get back to Erdnot. I can't.
No airlock did things to me. Drugs, injections. Said I was sacrificing for the good of all Krogan. Experiments to cure the genophage. Everything's blurry. Hard to think. Have to stay. Может быть, Морган поможет. Can you get him back on his feet? Stims, maybe? Something to bolster his immune system? You don't understand. I'm not too sick to leave. I have to stay. They're curing the genophage. They're gonna make it all better. They have to keep doing the tests. Caution, Shepard. Patient unstable, susceptible, brainwashed. Why do you want them to keep doing the tests? This is my fault. I got caught. Wasn't strong enough. Понятно. Not good enough. This is the best I can do. This is all I can do. I'm not big enough to have a real shot with the females. I'll never have kids of my own. But if I help undo the genophage, then I mattered. Uh-huh. Millions of children will be born. Werelock children. They're going to destroy the other clans. But... no. No, they said I was helping Erdnot. If you want to help Erdnot, you need to get back there. But it would take a real badass to make it back to camp while injured. I can do it. You? I said a badass, not some scout whining like a quarian with a tummy ache. I can do it. I'm up. And I'm going to the female camp. Damn right. Get back there and show them. Go. Go. Nicely done. Fortunately, the subject is unlikely to be contagious. Unlikely to be contagious. Так, три оранжевые и белые. Синяя, три оранжевых под углом. Где? Так, синяя, оранжевая, 1-1. Поговорите на... Так, поговорите с начальником. Да, его бы тут явно на опыт опустили. Но вообще как бы борьба с генов... Ничего страшного, я сам. Согласен. Nothing can hurt me. Так. Нормас, пол Крогана за выстрел. Как так-то? Два выстрела. Так, мне это не нравится. Где? One down. А вот он, взрывоопасный ящик. Они так выглядят. Что-то я не воспользовался. Mass Effect 4 дня марафон. Сегодня второй. Так что еще завтра и послезавтра мы будем наслаждаться этой прекрасной игрой. Чел, ты реально спрятался за взрывоопасным ящиком? Вот это ты... Ну ладно, Кроганы не догадаются выстрелить. Найс, стратка, так сказать. Элементы питания. Мне, кстати, туда, значит, давайте сюда зайдем. О, зайдено. Так, где здесь взрывать сейчас есть? Подожди, это... А, это трубки и контейнер, это не взрывоопасно. Что?
Вообще, на самом деле, я все думаю над этой ситуацией и, честно говоря, прям вообще не знаю, как к этому относиться. Типа... Типа, наверное, я не одобряю ничего подобного. И я, безусловно, за более мирное урегулирование конфликта. Но выбор между генофагом и геноцидом, я бы выбрал генофаг. Ого, ты такой жирный. У меня, кстати, кончилось. О. Хорошо. У меня остался еще кто-то. Пойдем. Мне надо. Что у нас тут за дверь? Что у вас там за базар, вокзал? Подожди. Че, я зашкварился? Опять пойман как дешевка. И имперец поганый, да? Что-то опять не то сказал. Так, колбочка, колбочка. Цешечка, цешечка. Троечка, троечка. Ты вроде пришел оттуда. Откуда, откуда? Откуда оттуда? Оттуда? Нет, ты чё? Мы были на левел выше. Мы вот оттуда пришли. Мы же спустились вот по этой лесенке. Так я не понял, я зашкварен или не зашкварен? Правда, это будет где-то примерно 10 500, и я зашквар, так что, в принципе, наверное, одним больше, одним меньше, без разницы. Да, понял. Ну, я себе дурачок, конечно, нашел, как спросить. Значит, микробелый и синий. Микробелый и синий, микробелый и синий, микробелый и синий, вот. Три оранжевых белый. Три оранжевых белый, три оранжевых белый. Три оранжевых белый. Чё за херня, где я? Три оранжевых белый. Синий, три спама, три пробела оранжевых. Синий, три пробела оранжевых. Да где у меня сейчас кончится время? А ты грустнее или не? Честно говоря, боеприпасы к тяжу. Хорошо. Честно говоря, последнее время нет. Честно говоря, я последнее время практикую, знаете, такое типа отношение к жизни. Стресс-фри, сделать свою жизнь собственную счастливой. Типа, не кисни, на радуге зависни. Не знаю, последнее время хорошо себя чувствую, очень. Наоборот. Не грустня, нифига. У меня я устал жить с этой, с бесконечной каким-то комплексом вины. Ну, в конечном счете, я уже давным-давно уехал и не плачу налоги, так что пошло оно все нахер. Я точно не несу ответственность за то, что я родился с красным паспортом. Ну, я так себе представляю. Он не нуждался в спасении, Вейлок им управляет. Вейлок им управляет. А что за Вейлок им управляет? Почему? Подождите. А вот вы говорите, левая часть это альтернативные опции на побазарить, а правая он не нуждался в спасении. Не управляет же им Вейлок. Не управляет, он здесь. Это как раз таки тупость, да? То есть я как бы сейчас могу взять и тупой вариант нажать. Обычно не всегда. Понял, хорошо. Он не нуждался в спасении. He came here voluntarily to cure the genophage. Impossible. Whole team agreed. Project necessary.
How was I supposed to disagree with the great Dr. Solus? I was a student! I looked up to you! Experiments performed here. Live subjects, prisoners, torture and executions you're doing? We've already got the blood of millions on our hands, Doctor. If it takes a bit more to put things right, I can deal with that. Изучить нравственность экспериментов, результаты лечения. Какие результаты? Нравственности тут никакой. Рассказывай. You honestly think the experiments you did here are justified? We committed cultural genocide. Nothing I do will ever be justified. The experiments are monstrous because I was taught to be a monster. Так, ученик Мордена. Morden, did you ever perform experiments like this? No. Never taught you this, Malin. So your hands are clean. What does it matter if the ground is stained with the blood of millions? You taught me that the end justified the means. I will undo what we did, Professor. The only way I know how. Здорово, дед. Ты знал, что в одном терапевте 10-24 гигатерапевта? Теперь знаю. Спасибо большое. What happens if the genophage is cured and the Krogan expand again? That'll be on your head. We justified this atrocity by saying the Krogan would cause havoc and war if their population recovered. But look at the galaxy. Batarian attacks in the Traverse, Geth attacks in the Citadel. Is this a more peaceful universe? The assault on your Eden Prime might never have happened if we had let the Krogan recover. We'll never know. Ну это да, это такие вилы. How would a Krogan population explosion have done anything to stop Saren and the Geth? An increased Krogan population would have forced the Council to take steps. Likely это такой высос. The Turian fleet would be vigilant for any military activity in the area. They might have stopped the Geth at Eden Prime. Supposition. Impossible to be certain. Don't you see? We tried to play God and we failed. We only made things worse. And I'm going to fix it. Что делать будем, братан? Милан clearly doesn't need rescuing. What do you want to do? Have to end this. You can't face the truth, can you? Can't admit that your brilliant mind led you to commit an atrocity. Правильно. Unacceptable experiments. Unacceptable goals. Won't change. No choice. Have to kill you. Так, не-не-не, прости, братан. You don't need to do this, Morden. You're not a murderer. No, not a murderer. Thank you, Shepard. Заплакал. Finished, Malin. Get out. No Werelock left. Project over. Так. Он может все рассказать. Он будет работать дальше. Ну-ка, подожди. What if he talks to Mor Krogan? Tells the public about the modified genophage project. Special tasks group good at covering tracks. No proof. Werelock willingness to work with Salarian, unusual. Other Krogan will kill him. А почему бы не начать работать над вот этим всем дерьмом, да только вот без экспериментов и всякого такого говна? Ладно, всегда к этому вопросу можно вернуться позже, но все равно. You heard the professor. Get out before he changes his mind. Where am I supposed to go, Professor? Don't care. Try Omega. Can always use another clinic. The Krogan didn't deserve what we did to them, Professor. The genophage needs to end. Это факт. Not like this. Apologies, Commander. Misunderstood mission parameters. No kidnapping. My mistake. Thank you. Все в порядке, братан. Don't worry about me, Morden. How are you doing? Should have killed him. Wanted to. Easier than listening. Easier for him too. Experiments indicate how far he's fallen. Expected it from Krogan. Not one of mine. Не стоит об этом забывать. Maybe you'll remember that the next time you're discussing the ethics of the genophage. Yes. So many variables, stress responses, impossible to truly predict. Something to think about. Malin's research, only loose end, could destroy it. Closure, security. Still valuable though. Возможно, я считаю, что это стоит сохранить.
Давайте по чесноку. Работа его отвратительна, но теперь уже мертвым хорошо не будет от того, что вы их убили и еще не солоно хлебавши. Так что, как оно все было все время на протяжении всей истории человечества, этим надо теперь пользоваться, чтобы спасти и улучшить жизни миллионов других. Возможно, это стоит сохранить. If you think it could be useful, why not hang on to it? Worked for years to create modified genophage. Should destroy this. Malin's work could cure genophage. Don't know. Effects on Krogan. Effects on galaxy. Too many variables. Too many variables. Кроганам нужно помочь, да. You regret what the Krogan have become. You see the horror of what they did here, but you see the loss, too. Wasted potential. They don't deserve this, Morden. Save the data. Point taken, Shepard. Capturing data. Wiping local copy. Still years away from cure, but closer than starting from scratch. Done. Ready to go. Ready to be off to Chanka. Anywhere else. Maybe somewhere sunny. Если я нажму остаться... Не-не-не-не-не-не. Здесь надо будет полутать, наверное, что-то, да? Я смогу потом как-то быстро выйти с этого места? Блин, если лута нет, придется бежать как сука через всю карту. Ладно, лут. Дайте посмотреть на лут. На стены компьютер взломать. Так, синяя, зеленая, оранжевый пас. Синяя, зеленая, оранжевый пас. Три оранжевых паса в конце. После синий. Просто синяя строчка справа. После белого. Чё, вот можно над каким-то трупом поплакать? Нажмите удержать R, чтобы завершить... Да. Ты паут нахер отсюда. Открыто умение Мордена. Вызывает болевой шок. Новая снаряга. Усиление члена... Ага, можно Крогана прям жирчиком сделать. Так, распределить очки. Так, тачанка. Надо на тачанке раздать всякого говна, что я тут налутал. К этому пойдем. Коллектор мы какой-то нашли, еще какое-то дерьмо нашли. Clan Erdnot has increased in strength after the destruction of Clan Werlock. Based on population profiles, Clan Erdnot has adopted surviving members of Clan Werlock. Ставлю, что ты. Welcome, Erdnot Blood. My name is Ratch. You and your Krant will find many items of interest in my store. The human is my battle master. Of course. There's not much here for humans, but you can take a look if you want. Так. I should go. Suit yourself. Нет, не он. Кому из вас дебилов коллектор отдать? Я могу здесь где-то как-то увидеть. Медлаба, кстати, мы в ней ни разу не были. Думаю, что там будет. А я правильно понимаю, что когда я нахожу какую-то хрень, механик говорит. О, тебе коллектор, наверное, нужен. Those fools brought this Tomcat back from a skirmish without its combustion manifold. They say it got shot off in the field. You tell me, how can you expect a Tomcat to run without a combustion manifold? У меня для тебя кое-что есть. Without a combustion manifold out in the field. Is this what you need? Если я нахожу просто девайс, ну какой-то, это значит то, что я типа не взял квест? You burn my time if you want it.
А что ты делаешь? You're working on them. I'm tuning up these machines for battle. It's a wonder this Tomka here made it back to camp. It could be worse. A couple more hits on the broadside, and this thing would have crumbled. Окей, да, в принципе, мне не интересна твоя судьба, братан. Старайтесь найти коллектор на тучанке и получили все от опыта. Обзор бо... Так, что здесь? Кужак ударить. Так, урон штормовых, сила биотического удара, титановый пульсар. Так, это мы берем. Так, подожди, стой, дай сначала скидки. Я вот что понял, слышь? Фортак, дай скидку. Сейчас как окажется, что мне дадут скидку за квест, который я сейчас уже выполнил. He's fast to pass off my work as he's before. Use them well. The Lord High Researcher for Clan Erdnot has no time to make replacements. But perhaps I can offer a discount. Так, титул озвучен. На чем вы работаете? You must be working on something important. I was building the biggest, best offensive ordnance yet. A real ground pounder. But the new clan leader wastes my time with frivolous research. Crop genetics, medicinal improvements. We can buy that stuff from the Salarians. Salarians created Genophage, I've heard. Still trust them with medicines and agriculture? Yeah, I heard. Yeah, what else can the Salarians do to us at this point? It's not like they can make us even more infertile. Actually, wait, forget I said anything. I take it you're a scientist. I used to be a scientist. I designed weapons. Now my genius is wasted on frivolous things. Things that don't explode. My predecessor said no one would understand the true worth of my work. As I pulled my blade from his chest, I knew he was telling the truth. Понятно. Титул озвученный. I take it you're a scientist. I used to be a scientist. Так, это не то. Так, выбили предшественника. Not exactly what I would call effective academic peer review. I don't care what you'd call it. We value the will to use what we create, not just the ability to create it. We don't count success until the ground shakes in response. Enjoy your research. Yes, yes, move along. Нет, к сожалению. Сила биотического удара за 75, урон дробовика, урон штурма. Блин, слушайте, ну вообще 175 так-то отдать придется. Братан, неужели я не могу никак скидку выпросить? Брат, дай скидку какую-то. Так, сейчас, подожди. Расскажите мне о главе клана. If you want to know more, talk to him directly. He's my leader. I'll not say anything else about it. Enjoy your Понятно. Research. Yes, yes, move along. Ладно, this покупаю. Боль жопная. Don't touch anything. Так, так, журнал, можно мне тачанка, тучанка, 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 тучанка. Старая кровь пропавшая. Клан Орднот увидит, что пропавший разведчик вернулся. Где у нас команда? Ты у нас командир разведов? My scout made it back. We've got him at the tent. Doesn't remember much beyond getting tortured, but he remembers you. Said you yelled at him until he got his hump out of that basin back here. You've got a quad, human. Thanks for saving my scout. Saves me having to train another one. Ну, ладно. Пожаба, чё? The pits have been a bloodbath ever since всё тогда получается. Всё. Всё, я сделал всё, что хотел. Тейн, Тали, Гарус, Джек.
У нас уже... Ну, дальше Гару стали, Тейн. Поехали. Загляни к шаману еще. Ну, он забегу, конечно. Блин, ну я денег просрал. Куча. У меня больше нет. Сейчас мне как дадут что-нибудь на снайперку, а я купить не смогу. Shepard, I hope you have more blood on your hands and more tales of conquest. What better for proud warriors to discuss? Я убил Спектра. Что? I took down Saren, one of the top Spectres in Council Space. Ну, зачем мне это? Small task. We have learned the strength of those who bear that title. You held it yourself, if I'm correct. И все, история Тученки, традиция... Дай мне. Бессмысленно. May your foes be strong enough to keep you sharp. A human killed the Threshermore. I may be young, but I relay the wishes of a female. That's important. Посол Нахморов. Don't crowd them. Turn back, human. I may be an ambassador among my people, but that doesn't mean I have to speak to the likes of you. Что такое? I am Erdnot Grunt. This human is part of my grant. Urnot allows humans in a candidate's grant. Interesting. I am the ambassador to Urnot from Clan Nakmor. We're a small clan based in Aquatic Wastes. Uh-huh. If Nakmor is a small clan, how do you keep the more powerful clans from destroying you? We are the clan of the great warlord Nakmor Kral, who faced down platoons of Turians and won. Most clans lend us the respect our ancestor is due. Понятно. И... What business does Clan Nakmor have with the Erdnot? Clan leader Rex requested that I come. He and Clan Nakmor have been in talks about a more... Блин, они такие классные, черненькие. With our help, Erdnot could rally others behind its banner and truly unite Tuchanka. And we would gain the chance to fight in larger battles with greater plunder. И... Ну, ладно. I thought all Krogan want to be warriors. What makes a Krogan become an ambassador? You don't know as much as you think, human. A Krogan diplomat has to represent the strength of his people, or his clan appears ripe for conquest. I slaughtered my way to the top of my clan, human. I speak with the authority of a warrior. I should go. I'm sure you are needed elsewhere. Так, ладно, с Рексом попрощаемся и погнали отсюда. Все, Рекс, я поехал. You just can't help making trouble. No one has killed a Maw since my turn in the right. Next you'll tell me he's a Quint and craps dark matter. That's what it takes to replace me. You are Erdnot Grunt. Welcome. Так. Sounds like you've got big changes ahead. Так, не, это то же самое. Day for the Krogan. We shall rise again. Так, поговорим потом. Сейчас пошли, просто попрощаемся. Я ухожу, идем с нами. Просто бросай всех. Бросай всех. Sure you can. Wish I could, but I need to keep these short-sighted fools in line. Hunt well, Shepard. Ладно. Я знал, что со мной не пойдешь. Так, все. Все, поехали с Тучанки. Гарус. Побазарить стали, побазарить с Тейном и пойти по квесту Гаруса. Надо где-то нарыть бабла. Потому что я все всрал. Так. Берба. Та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та-та-та. Так. По
Пойдемте поговорим. Ну ладно, сейчас посмотрю. Так, улучшение. Ой, здесь отсюда могу... А, нет, отсюда я могу только смотреть. Непрочитанное сообщение. Слишком маленький. От Морлан. Прости, любимый, я хожу от тебя кругом, но местами ты слишком мал для своей расы. Вы боитесь услышать подобное в свой адрес? В знаменитом магазине Морлан вы можете приобрести множество препаратов. О! Pain Enlargement Pills? Спасибо большое. Терапия. Оларханд. Шепард говорит, что вы живы, что вы обнаружили смерть, что это письмо не просто бесполезная часть лечения. Мне много чего говорят. Я все еще жив. Она все еще мертва. Я слышал, что Бенезия пала от вашей руки. Отлично. Еще одна женщина, к чьей смерти я причастен, если, конечно, моя информация вам помогла. Эх, не убили бы всех нас, не объявись вы тогда поблизости. Пожалуй, так было к лучшему. Почему я, а не она? Почему вы появились тогда, а не раньше? Но может быть вы не вернулись к жизни, быть может я мертв, быть может я не закрыл ту дверь вовремя, быть может я оставил дверь открытой, чтобы дать ей шанс убежать, и Рахни пропороли мой скафандр, и я умер без защиты там на вершине 15, быть может я мученик, которого донимают видение перед уходом в славную загробную жизнь. Но если все не так, спасибо вам, Ханналар. Командиру Грюнта, шаман клана Урдно, терпеть этого не могу, написать вам надо. Но написать вам надо. Вы часть Кранта Грюнта, и вы его командир, так что позаботьтесь о нем. Да, понятно. До свидания. Так, Лифтецкий. Для начала я хочу поговорить с моими пососами. С Тейном. Сначала пойдем стали побазарим. Тали. Тали. О, кстати, надо еще уже зайти. I'm glad you came by. I may need your help. I just received a message from the migrant fleet. The Admiralty Board has accused me of treason. Почему? I'm scared, Shepard. Они сошли с ума. Nobody who knows you could believe you betray your people, Tali. I don't know. They don't lay charges like this unless the evidence seems absolute. But thanks. I appreciate your faith in me, Shepard. Какова суть? Is it because you're working with Cerberus? I'm not working with Cerberus. I'm working with you. And I got leave to serve on the Normandy again. I have no idea what they're accusing me of. You'd think I would remember if I betrayed the fleet. Что будешь делать? What happens when a Quarian is accused of treason? There's a hearing with members of the Admiralty Board acting as judges. My father is an admiral on the board. He'll have to recuse himself from judgment. I can't even imagine what he's thinking right now. The punishment for treason is exile. If they convict me, I can never go back. Uh-huh. Okay, let's go find the flotilla. I was going to book passage on another ship. I didn't think there would be time for you to help. Thank да you, мы всем поможем, только сначала Гарусу. I'll program the Normandy with the flotilla's хотя, может быть, нет. The admirals will be waiting for us. На мигрирующий флот. Так, у тебя как дела? Все колдуешь? I need to get to Pragya, Shepard, soon. Зачем тебе туда? Remind me what you wanted me to do. I need your help to face my past with Cerberus. А я, ну. А вот эта фраза, которую она дропнула, это значит то, что мне надо поторопиться? Или типа, пока я не сделаю задание, дальше диалогов не будет? Ну типа, я сделаю задание, Джек, но... Так, подожди, Тейн у нас здесь где-то сидит же? Тейн, ты тут сидишь? Нет, не тут, тут у нас Грюнт. Можно с Грюнтом поговорить? Вроде нет, просто Паркас напоминает. Так, хорошо. Диалогов не будет, не ссы. Ну хорошо, слава богу. Так, Тейн, ты у нас где-то тут сидишь, да? Тебе нужно сухое место. Чтобы попка была сухая и совсем не пахла. Шепард. Сука, я забыл, что я тебя переодел. Прости, я не случайно. А что такое? Давай, конечно, да. Yes. Now that you are here, though, it seems more difficult to talk about. Чё, наконец-то решил всё-таки к доктору на приём записаться? Похвально. Are you feeling sick? I could get the doctor. No. Though I suppose that is a part of it. My mortality has me dwelling on things.
I had a family once. I still have a son. His name is Kolyat. I haven't seen him for a very long time. Kolyat. Так, поясни, что ты имеешь в виду. How long has it been since you talked? 10 years. He showed me some of his schoolwork and asked if we could dance crazy. We did that when he was younger. Плясать как безумный? What sort of dance is that? It's... I checked my extranet contacts. I expect an update on my next target. The console plays music. Oh, unfashionable. Kolyat jumps into the room. My father runs around in circles. I scoop him up, toss him into the air. He shrieks, laughs, spin me. The console beeps. I put him down. Click the message. Father, he pleads, tucks my sleeve. I need to read this, I say. I don't look at him. Это что за фигня? Что? Did something happen to them? I abandoned them. Oh, not all at once. Nothing dramatic, no sneaking out in the middle of the night, no final argument or slammed door. I just did my job. I hunted and killed across the galaxy. Away on business, my wife would tell me. I was always away on business. You never mentioned this before. Why now? When my wife departed from her body, I attended to that issue. I left Kolyat in the care of his aunt. Блин, мне бы такую память. I've not seen him or talked to him since. Well, that's not the choice I expected. Why didn't you raise him yourself? My body is blessed with the skills to take life. The Hanar honed them in me. I have few others. I didn't want that life for Kolyat. I hope. Даро, Гамар Джоба Эрис. He hated me, so be it. He would not have shared the path of sin. I used my contacts to trace Kolyat. He has become disconnected. He does what his body wills. В смысле, глядует, что ли? You'll have to explain that one to me. Disconnected. The body is not our true self, the soul is. Body and soul work as one in a whole person. When the soul is weakened by despair or fear, when the body is ill or injured, the individual is disconnected. No longer whole. Понятно. Почему Kolyat разъединен? What's wrong with him? Is he hurt? Something happened that should not have. He knows where I've been, what I've done. I don't know his reasons, but he has gone to the Citadel. He's taken a job as a hitman. I would like your help to stop him. He is... This is not a path he should walk. Ну ладно, хорошо. Ладно, я все понимаю. А почему киллером ему плохо быть? You don't hire a raw rookie for a contract killing. I'm afraid someone may have seen we share a name and assumed we share skills. I don't know why he would accept the task. Потому что это твоя работа? Может, он сам этого хотел? To be closer to you, maybe? That thought haunts me more than any other. Хорошо, я понял. I'll get us to the Citadel as soon as possible. Сделаем, сделаем. I'll be meditating until you need me. Хорошо, медитируй. Все равно мы следующий делаем. Так, Тейна. Гарус. Гарус. А мне стоит говорить с теми, с кем я уже сайдовые миссии сделал? То есть, например, стоит забежать сейчас к Миранде? Здорово. Подожди, чё я, зачем я к Гарусу-то бежал-то, дебил? Прости. Прости, братан, прости, я не знаю, зачем я сюда забежал. Если миссию сделал только для романса. Ча-ча-ля-ля, иди сюда, Миранда. Не вон сам кок. Можем поговорить? Слышь, у нас есть Тали. Пока не увижу обтянутую латексом жопеню, говорить не о чем. I wanted to apologize. I didn't fully believe you'd be up to the task, and it seems I was wrong. Frankly, based on what I've seen, I wish Cerberus had recruited you earlier. Так.
Цербер не прав. I trust you, but I don't trust Cerberus. Your experiments crossed the line. All the time, yes. But I recall a Spectre who crossed a few lines while hunting down Saren and the Geth. And we'd be lucky to have you. Too many join us out of simple xenophobia. We need more people here for the right reasons. What was Cerberus trying to prove by experimenting on children like Jack? A mistake, no question. Not mine. And one that was corrected once we discovered the extent of the experiments being performed. Классические челы, которые такие, типа, лучше сделать, а потом извиняться, да. With your intelligence, you could have landed any job you wanted. Why choose this? Because I still envy the time Morden spent with the special tasks group, working with people as smart as he was. Cerberus never tells me that something is impossible. They give me my resources and say do it. And they've given you even more. A new life, a new ship, the elusive man's personal attention. The best thing he did was to put you on my squad. You'd have done fine without me. I may not have believed it before, but Какое? I don't have what you do. That fire that makes someone willing to follow you into hell itself. Flex. I thought I got me the best jeans money could buy. Guess it wasn't enough. You always bring up your genetic tailoring. It really bothers you, doesn't it? This is what I am, Shepard. I can't hide it. The intelligence, the looks, even the biotics. He paid for all of that. Every one of your accomplishments is due to your skill. The only things I can take credit for are my mistakes. I can't admire your body or your mind. You give your father too much credit. Yeah, he gave you gifts. But you can be proud of what you've done with them. Oh, thank you. Ляя сладкоречивый. Perhaps I wouldn't mind if you admired my body. Oh, sheesh! Матерь богов! You wouldn't, huh? I think I could live with it. It's only fair. You've had 2 years to look at me. And I was wearing less than you are. Shepard, wait. I need to think about this. Scared, Ms. Lawson? Cautious, Commander Shepard. But interested. Very interested. For now, I should work and think. I'll talk to you later. Герой плюс 8. Ладно. Почти. Опять стример заскамил. Не, на самом деле я бы тоже... Во-первых, в смысле, я Шепард, я этот, Лавелас. Так, Миранда, Тейн. Так, Стейн побазарили, Стали побазарили, Джек. Все, я уже хочу пойти. Так. Героический подкат. Напоминаю, что гарема не может быть. Так в смысле, мы всех соблазним, а потом отдадим свою девственность лишь одной. Урдноту Грюнту, конечно же. Так, каюта капитана меня интересует. Нет, меня интересует апгрейды. Меня интересуют апгрейды. И погнали, я хочу по миссии Гаруса. Миссия Гаруса. Уже очень давно мне нужна миссия Гаруса. Боезапас крупнокалиберного Палладия. Дополнительная емкость магазина. Так. Так, Точность штурма, пробивная сила. Господи, откуда я это... Где я это дерьмо возьму? Так. Так, крупнокалиберный. Берем... Время восстановления биотических всем. Да пожалуйста. Так, а когда мне дадут гадюку? Чтобы у меня был кроганский курс переподготовки. Перпусковая установка, штурмовая броня Цербер.
Так, всего за 2500 нулевого элемента я могу заново распределить очки умений. Хочу ли я пересобрать таланты? Да есть у тебя гадюка, это максимумка, с которой ты на корабль коллекционеров зашел. Так она ж говно, ты чё, гонишь что ли? Не-не-не. На моей пушке говорят, что можно ее улучшить. Урон дробовика за 5. Пробивная сила дробовика за 15. Это кривой перевод. Точно штурмовой винтовки. Так, реально, хочу ли я с Мордена, раз уж сюда зашел? Да, сейчас зайду. Сейчас болтаю. Это же... Ну, кстати, подожди, нормально, тут Иридия надо. Так, Морден, здорово. Мейлен betrayed me. Betrayed my work. Disgusted by his actions. Proud of his nerve, though. Always thought he lacked backbone. Hope he finds something new. Better goal, better purpose. Fewer torture tests. Вы до ужаса спокойны. You're really at peace with what happened? Yes, of course. Can't change what happened. Life continues. Back to mission, back to work. Become like Malin otherwise. Solarian emotional processing faster than others. То есть у меня уже лучше... Short-lived culture can't spend time reminiscing. Лучше авапа в игре и все, да? So you really don't feel bad at all about what happened, Dr. Chunka? Yes, correct. Now at least. Greatly distressed at the time. Stages of grief, loss, anger, rationalization. Dealt with it. Most issues settled onto Chunka, some on shuttle back to Normandy. Mm-hmm. Malin didn't seem like he processed his emotional response. He was obsessed with the genophage. Mm-hmm. True, didn't mean to imply that Solarians were healthier emotionally, can still make wrong choices, bad decisions from grief, anger, guilt. Malin couldn't accept feelings. Made decision, executed. Probably before I left for Omega. Wish I'd seen it. Solarians still feel, just resolve it quickly. Explains lack of marriage, can't sustain courtship emotions. Or perhaps based on reproduction. Unsure. What about Malin's data on the genophage? His attempts at a cure? Mm-hmm. What about it? Have it over there somewhere. Not dealing with it now. Need to focus on collectors. Not important now, regardless. Appreciate you helping me back onto Junka. Should get back to work. Wasted enough time already. Lots to do. Talk later. Хорошо. Так, значит, протыкай все диалоги и изучить. Слышь, там мем есть, если ты уже не зафакапил. Shepard, how can I help? Так я уже все, мы с ним уже это сделали, но... Я уже все протыкал. Is the lab working well for you? Quite satisfactory. Found a few. Just need more samples. More collector data, tissue samples. Так. Anything you can get, I can use. Find new tech. Are there any medical... Cerberus person... Always some matters, but nothing affecting immediate mission. Не, здесь... Any ideas on other ways to... Мы в первый раз поговорили с ним, все Sorry, протыкали. I've done what I can. Focusing on studying collector tech now. Have you got a minute to... Not a good time. Anything else? Не, видишь, здесь нету ничего такого. I'll let you work. Это было давным-давно. Это было на первой трансляции, я протыкал все его диалоги.